Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, еще новую серию нашей рубрики «Операции в Майнкрафте». Да, ребята, и через пару минут мы узнаем, кому же мы будем делать операцию в этой серии. А сейчас, чтобы не терять время, давайте прогуляемся по нашей лаборатории и посмотрим, что у нас тут есть такое. В первую очередь, ребята, наш костюм. Наш костюм генерала, который мы нашли в доме Тони Старка, да. Кому мы только операцию не делали в этой рубрике. Уже, если честно, много кому. И наш меч, который мы используем в данный момент, это какой-то странный зеленый меч, да, ребята? И плюс к этому пистолетик железный пистолетик. Но перед этим, ребята, давайте мы быстренько очистим наш инвентарь от всякого хлама. И я заметил то, что тут есть какая-то бабуля, которая, в принципе, нам, наверное, что-то хочет сказать. Давайте узнаем. Ой, привет, милок, привет. А все, что я хотела сказать, это чтобы вы все поставили лайк на вот это видео. Я вам пирожков напеку, пирожков, чаечка сделаю, все сделаю. Пирожки с клубничкой, с малиной, с яблоком. Все, что вам нужно, это просто лайк поставить на вот это видео. Только лайк. Так, 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 бабуля. Лайки? Лайкодрочерство? Нет, 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 оба. Лайкодрочерство. Что все? Все за лайками. Чтобы все ставили лайк на вот это видео. Лайкодрочерство. Нет. Только... О боже. Только не это. Лайкодрочерство, ребята. Вот ставьте лайк на вот это видео, если не любите лайкодрочерство. О нет. Боже, сердце. Только не лайкодрочерство. О нет. Только не вот это, ребята. Лайк. Лайк. Только лайк, если вы не любите лайкодрочерство. О нет. Что мне делать? Я не люблю лайкодрочерство. О боже, башка болит. Нет, бабуля! Нет! Нет лайкодрочерству! Нет! Лайк, если не любите лайк! Ладно, хватит. На канале Джея Покермана ты сможешь найти интересные видео, летсплеи по Майнкрафту, нарезки из различных игр и также мультфильмы. Поэтому заходи и подписывайся, скучно точно не будет. Потопали! Потопали! Так, ребята, кому мы будем делать операцию в этой серии? Да? Давайте посмотрим. Так. А я, в принципе, что-то сразу заметил, то, что тут какая-то бабенция, нету никакого там, хрен его знает, кого там может быть, Капитана Америки, когда нужна была помощь Тони Старку, нету Эша, когда нужна была помощь Пикачу, нету еще много кого, потому что мы уже операции делали миллионам персонажам. Я что-то реально смотрю, какая-то это моя бабуля? Она реально на мою бабулю похожа. Ребята, она похожа на вашу бабулю тоже? Может. Я что-то тоже так смотрю, что-то не вот это. А, кстати, ребята, знаете что? У меня для вас идейка есть. Вы прямо сейчас в комментариях можете написать, кому вы хотите, чтобы я сделал операцию в следующей серии. Может, вашей бабуле? Или, может, вашему любимому персонажу с какого-то мультика? Хоть кому нафиг! Пишите, ребята, в комментарии ваши предложения, кому вы хотите, чтобы я сделал операцию в следующей серии. А сейчас я не знаю, что это такое вообще нафиг. Это, походу, мой клон... Это, походу, мой клон, да? Я не знаю, это что-то какой-то сюжет с Терминатора, а? Что я куда-то переместился или что? Что это вообще такое? Ладно. Если это мой клон, если нам, в принципе, не дали никакие задания, потому что бабенция нам никакие задания не дала, если там, допустим, стоял Эш, а мы операцию делали Пикачу, то Эш нам давал задание, мол, там, спаси Пикачу, там ему, а это отрезать, это пришить. Вот всякое такое. Сейчас у меня, в принципе, никаких заданий нету. И что мне делать с самим собой, то есть с моим клоном, идентичным человеком, таким же, как и я? Ну, мне кажется, нужно самому понять, какие у меня проблемы. Какие у меня проблемы, ребята? Если я пойму, что со мной не так, то, может, я смогу спасти своего клона. Я, в принципе, вижу то, что с ним... В данном случае все в порядке. То есть рука не болит, никаких микробов нету, кишки не торчат, ребра тоже, все зашито. О, ширинка. Ширинка. А может мне вот эту молнию расстегнуть и посмотреть, что там? А там елдак-то! Так, хотелось там на джирах, ну ладно. Так, ладно, ребята. Я не знаю. Вот давайте, знаете, мне кажется, у меня иногда есть какие-то проблемы с мозгами. Многие меня считают каким-то сумасшедшим. Может мне посмотреть, что у меня в башке творится? И может я действительно смогу понять, что там не так, что у меня в мозгах, раз меня все считают, ну, некоторые считают сумасшедшим. Я не знаю почему, я в принципе нормальный, здоровый чувак, адекватный.
Почему мне считают сумасшедшим? Не знаю. В принципе, мне кажется, это хорошая идея, ребята. Нужно посмотреть, что у меня творится в мозгах, потому что, может, именно тут заключается какая-то проблема. Чувак, ты спи! То есть, я спи. Как мне вообще к нему обращаться? Это что-то странное, делать операции своему же клону, то есть самому же себе нафиг. Я не знаю. Я не знаю, честно. Ладно. Ребят, я боюсь смотреть, что у меня там в мозгах, честно. Может, там что-то страшное. А может, там просто мозгов дофига? Давайте посмотрим. Не верю. Это не какашки, не верьте, это мой клон, это не я, у меня в голове не... Нет, ребята, я вам отвечаю, это вас дурят, вас разводят просто, это не какашки, это не они, нет, это кто-то создал просто моего клона с параллельной вселенной, я просто очень умный, знаете, самому смешно, а в параллельной вселенной я тупой, с какашками, нет, это не я, ребята. Это просто человек очень похожий на меня, это не я. Но я ему помогу, ребята, я ему помогу. У него больше не будет какашек в голове, я ему помогу. Какие какашки в голове? Нужно очистить вот эти все какашки. Паутину все убрать. Нет, это не дело, ребята, это не дело. Нужно помочь бедному человеку, нужно ему помочь. Это серая жидкость, ребята, это вот сейчас серая жидкость. И как видите, в ней плавают какашки. Нет, ребята, нельзя так делать, нужно человеку помочь. Хоть даже это я, нужно самому себе помочь, да. Я согласен, ребята. Что это вообще такое нафиг? Костная мука? Почему в мозгах у меня костная мука? Это, может, какой-то намек? Костная мука. Костная мука ускоряет рост чего-то. То есть, все мы прекрасно знаем, если кинуть семена пшеницы, нажать на них, ну, на семена костной мукой, то они намного быстрее вырастут и превратятся в саму пшеницу. Может, это какой-то намек, что мне нужно использовать где-то костную муку? А что если... Ребята, у меня гениальная идея. А что если... А что? А если я использую костную муку для роста... в другом месте? Тара-та-та! А если я реально тут... Такой! Такой будет! Вы поняли, о чем я? Кстати, знаете, какую поговорку? Не помню, как она говорится, но что-то, когда мужик много думает о бабах, то говорят то, что его мозги переместились в другое место. То есть он не головой думает, а пальцем. Может, у меня тоже... Я не знаю, ребят, вот я сейчас сам про себя узнаю страшные тайны. У меня в голове говно. Это не так, не верь, я пошутил, это не так. Ладно, вы готовы? Я открываю ширинку, ребята. Не пугайтесь, дети, уходите от экранов. Уходите. Это что-то будет страшное. Опа. Мозги! Я же сказал, у меня просто мозги из этого места переместились. Я просто много о бабах думаю. Нет, это же мой клон. На самом деле я не такой. Я думаю только о учебе. О учебе, о семье, о понятиях. Бабах никогда. Храню себя до свадьбы. Да. Я смотрю в глаза, увидите в моих глазах правду. Слеза сейчас потечет. Ребята, забираем все мои мозги. И кидаем туда крестный... Не крестный крестный отец, а костную муку. И вернемся сюда. Нет. Ну, костная мука, оставайся там, пожалуйста. Ты нужна мне для роста. Ты там... Порасти немного, мы вернемся через пару деньков и посмотрим, что там выросло. О, чувствую. Трусы на размер больше покупать нужно будет. Так, сейчас мозги. Мозги нужно поместить вот сюда, вместо какашонок. Вместо какашонок. Какашонки это очень плохо. Я не знаю вообще, что они тут делают. Есть где-то мозги. Серую жидкость, в принципе, хотя... Мне кажется, это не серая жидкость. Ну давайте, ребята, сделаем вот так. Нужно, чем больше мозгов. Чем больше мозгов тут будет, тем... Не я буду умнее, а мой клон будет умнее. Потому что я и так умнее.
Петросян, я и так куплю. Это тоже можно забрать. Опа, 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 опа. Сейчас я себя прям Эйнштейном сделаю. Ох ты ж, ёханый бабай. Вот так, сейчас мы вот это все заполним вот тут. Ой, ой, ух, красавелла просто. Так, а сейчас бы как нам выбраться отсюда. Опа, опа, нет, опять какашками не нужно заставлять вот это. Нужно вот это все сломать. Опа, какашки убирайтесь. И закрываем вот это все, чтобы тут нам вот это не мешало. Вот, вот так. И у нас тут две вот частицы не хватает. Ладно, будет у нас нет, не хочу я полукакашную шапочку. Полукакашная шапочка. Где бы... Вот. Я немного обрежу тут шапочку. Вот тут. И вот сюда. И сейчас бегаю туда наверх. У доктора Стива попрошу денек включить. Да. А Наташу, то помнишь? Она, короче, мне вчера говорит, я б тебе дала, если б такой бухой не была. Ладно, Стив, давай до завтра. Завтра опять бухнем, я пошел. Спасибо, спасибо, что утро включил. Хороший мужик, хороший мужик. Так, ну что, в принципе. Мозги мы на место поставили. Шапочку я поправил, она больше не говёная. Костную муку мы кинули в нормальное местечко. И что бы сейчас нам еще сделать? Я карманчики свои проверю, что вот. Я бы. А что я там. Сиги. Сиги. Призи. Что? Бабло! Я уже думал, там что-то поганое будет, но нет. Бабло. Ху, так, а в другом кармане что у меня? Что там может быть? Я не знаю, что там может быть. Грязные носки. Не знаю. Трусы стерпить. Ладно! Ху, бабло! Я уже думал, что там что-то поганое будет. Но нет, вроде нормально. Кукурудза? Сойдет. Пускай будет. Ах, нахальчик пойдет. Нормально. Ох, ху. Так, что мне еще? В принципе, я вылечил своего клона. Мне кажется, он полностью здоров. Мозги мы ему вправили. Куть-куру-муть-куру мы ему потихоньку выращиваем. Карманы от всякой грязи вычистили. Ну, как грязи? Не грязь, ладно, 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 не буду обманывать своего клона. Ладно, мы у него украли бабло, да, я согласен, не орите. Что бы еще сделать? Скин какой-то у меня! Может, а давайте мы над моим клоном поиздеваемся, а? А давайте мы ему до трусов его разденем, да? А, кстати, что это такое? Это тут лежит на протяжении всей серии, а я вот это не вижу. М. А это обычные блоки? Ладно. О! Точно. Так, ребята, вот это заберем. Вот это заберем. Вот сюда. И давайте мы ему реально труселя сделаем. Вот, уберем. Уберем вот это все. Давайте, ребята, это реально. Опа, опа, опа. Вот так. Мне кажется, идеальная, просто идеальная затейка. Опа, опа, опа. Мне кажется... Я в трусах, мой клон в трусах будет получше смотреться. Почему? Зря ты в мои руки попал, ох, как зря. Не, ну а шо, ну, раз человек спит, почему бы над ним не поиздеваться? Мне кажется, ему даже больше идет в трусах с голыми побритыми ножками, чем в штанах. Как вы думаете, ребят? Мне кажется, ему в трусах больше идет, да? Это же не, это же мой скин, так что мне пофиг. А кстати, а может бицуху себе увеличить? Ребята, а может реально бицуху себе увеличить? Мне кажется, это будет идеальная затейка. Давайте сейчас попробуем как-то мне бицуху увеличить. Так, если вот это сюда, это сюда, это сюда, потом это сюда, и вот это, вот так. Будет ли побольше бицуха, или будет как-то стрёмно смотреться, а? Вот мне просто интересно. Ну это прям... Так, а мне нравится... Почему бы и нет, только немного еще ее нужно увеличить вот тут сверху, а то она какая-то стрёмненькая. Возьмем вот так и вот так, а? Вот мне кажется, так будет получше. Сейчас мы себе накачаем. Эх, если я уже не накачанный, хотя бы мой клон будет накачанный, да? Да, мне кажется, это отличный плюсик. Так, ребят, давайте сюда, вот так, и вот так. И вот так, да? И вот сюда. Мне кажется, вот так будет идеально. Это все пропорционально или немного у меня вот тут будет перекачано? Не, все нормально, все отлично. Кукурузу сейчас захаваем. Не зря же я ее в кармане нашел. Ах, какой он качок просто. Ой, приятно смотреть так. А знаете что, ребята? Я всегда хотел себе цвет глаз поменять.
и волос. Может мне Жеку сплагиатить, а? Тоже белобрысым стать? Отпишите. А кстати, ребята, что-то я так задумался. Какой мне цвет волос подойдет? Напишите в комментарии. Может, синенький? Или седые кончики? Ну, да. Ну, все же, мнение вы свое оставить можете, я... Не прислушаюсь, да. Ну шо, так, глазки себе поменять, глазки, если пойти вот сюда. Кстати, что-то у тебя вот тут неладное, как я заметил, вот так получше. Ребят, как вы думаете, будет ли мне идти вот с такими глазами? Хоть, если я в жизни не красавчик, то хотя бы мой клон будет красавчиком. Да. Ой, я сказал красавчиком, а не уродом. Не-не-не, чувак, извини, я не хотел тебя портить. Не вот сюда, а твою там. А вот сюда, вот так. Ой. Ох, ты прям. Ой. Так, если. Мне кажется, это перебор. Мне кажется. Это, ребят, наверное, будет все же перебор, мне так кажется. Допустим, если. А если я вот с помощью вот этого красного блока. Губки себе накрашу. Не, это реально чересчур. Это, мне кажется, уже даже для меня слишком. Хотя, ну, в жопу. Зачем себя менять? Зачем себя менять, ребята? Мне кажется, не нужно экспериментировать на своей внешности. Мне кажется, не так идет. С карими глазами. Зачем мне голубенькие? Не нужны мне голубенькие. В принципе, я думаю, я решил все... Опять хотел сказать его проблемы, но это же мои проблемы, это же я сам себе операцию сделаю. Какашки вытащили. Кутькуру-мутькуру увеличили и бицуху накачали. Мне кажется, больше проблем у меня нету. Я просто идеальный. Я, если я был идеальным, чем просто... Я не знаю. Я не знаю. Страж галактики, красоты, галактики... Мысли путаются от такой красоты. Я просто офигею. Вот, смотрите на вот это. Труселя. Бицуха. Умный пацик. Я даже не знаю, что сказать, ребят. Мне кажется, на этом просто серию нужно заканчивать, пока я сам себя не влюбился в своего же клона. Ребята, я даже на него смотреть не буду. Я в камеру буду смотреть. Нет лайкодрочерству. Нет. Лайк, если не любите лайкодрочерство. Ладно, ребята, реально буду очень рад, если вы поставите лайк на вот это видео. Это реально большая поддержка для меня. И, конечно же, ребята, подписывайтесь на мой канал и пишите в комментарии, кому вы хотите, чтобы я сделал серию... Кому вы хотите, чтобы я сделал операцию в следующей серии? Пишите в комментарии вашего любимого персонажа. Неважно, мультик, аниме, фильм, ваш кот, крыса, хомячок, ваш палец на левой ноге. Без разницы, ребята. Пишите хоть кому, пишите хоть кого, если вы хотите, чтобы я сделал ему операцию. Я реально прислушаюсь к вашему мнению. А сейчас, ребята, мы будем заканчивать. Большое спасибо вам за просмотр. Всем удачи, всем пока.